Снова ты здесь? Бежим! Никуда не иду! Ира! Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ну, подвинься. Это ты подвинься, здесь снова. Ну ты не один здесь, понимаешь? И долго мы будем здесь прятаться? Ну пока он не уйдет. А если он никогда не уйдет? Тогда мы уйдем. Да шучу я, шутка, ясно? Ну да, куда ж без твоих дурацких шуточек? Так вот, зачем ты сказал одеться потеплее? Чего ты, они дурацкие, ничего они не дурацкие, нормальные шуточки, ясно? Слушай, он что, телек включил? Это не телек, это приставка! Я должна это видеть! Что-то я вообще не пойму, он психует или радуется? Какая разница? Главное, чтоб консоль не разгромил! А ты уверена, что это главное? Ну да, а что? Не понял, это что он над нами ржет? Потому что он нас обхитрил, выманил из укрытия! Да ладно! Серьезно? Вот блин! Бежим! Ну уж нет! Я не дам ежу захватить наш дом! Вот блин, кто-то явно пересмотрел вселенную Марвел! Сейчас я тебя побежу! Победю! Ну в общем ты понял! Кранты тебе, Соник! Ну, чё застыл? Давай нападай! Что он делает? Что, Ёж, испугался? Я так и знал! Ну, давай! Ух, ничего себе, ты так умеешь! Соник же сейчас разорвет его на кучу ромочек! Нужно что-то придумать! Что-то придумать! Не трожь рому! Попался, Ёж! Стоп! Если Соник там, то под пледом! Блин! Почему темно? Кто выключил свет? У меня клаустрофобия! Ага, твои порталы у меня кольца. Класс. Слышу сарказм. Он теперь точно от нас не отстанет. Это мы еще увидим. Сбежается. Человек разомахом, делай что-нибудь. Соник идет на нас, а в окно как-то прыгать не хочется. Не волнуйся, я нас спасу. Вот, держи! И как это нас спасет? Понятия не имею. Это первое, что мне пришло в голову. Ох, ничего себе! Как думаешь, это нормально? Сложно сказать, но судя по реакции злобного ежа, он тоже в шоке. Вау, крутяк! Кто супергерой? Я супергерой! И от Соника избавился? Отлично! Слушай, супергерой, а как мы порталы закроем? Порталы? Не знаю. Слушай, и вообще, я Соника прогнала, значит, ты решаешь проблемы с этими порталами. Что? Ой, супергерои, пошли! Это что еще такое? Подписаться. Тут то же самое, что это значит? Видимо, это из другого измерения. Оказывается, там тоже есть те, кто смотрит нас без подписки. Ай-яй-яй-яй. О, ребята, спасайте. Посмотрите, если вы смотрите наши видео без подписки, нажмите на красную кнопку подписаться. Ром, смотри. Ко мне прилетел серенький самолетик. Видимо, кто-то уже подписался, представляешь? Ребята, я знала, что вы самые-самые лучшие. Лайком от меня. Смотри, у меня тоже серенький. Снова ты здесь? Ром, бежим! Никуда я не иду! Ира! Отлично! И где это я? О, нужно, наверное, запрыгнуть сюда, чтобы попасть обратно. Хуже уже не будет. Прыгаю. Походу, нет предела совершенству, и хуже быть может! Вау! И проваливай! Тебя меня не победить! А когти? Где мои когти? Это все из-за тебя, Ёж! Ну попадись ты мне!
опять? Ну в каком же ты портале, а? Уйди от меня! Хоть бы не увидел. Надурил ежа. Главное теперь успеть к порталу первым. Рома, целый живой! Все нормально? Да, целый живой. Но ненормально. Ты о порталах и еже? Ты нашла мои когти! Детский сад какой-то. За нами озверевший Соник гоняется. Порталы в комнате висят. А он боится потерять какие-то детские когти. Я не могу. Ты ничего не понимаешь? Ну, в этом я согласна. Реально не понимаю. Не понимаю, что нам делать с этими порталами. Да ладно? Ух ты, ты закрыла порталы! Как ты там говоришь? Кто супергероиня? Я! Какие там женщины-супергерои у Марвела есть? Не скажу! Ну не надо! Ребята, кстати, помогите вы мне! Вы же знаете, какие супергероини-женщины есть у Марвел? Быстренько пишите в комментариях! А с ними что делать будем? А? Нужно от них избавиться, но не так, как в прошлый раз! Слушай, а может их заморозить и выкинуть в речку? Или закопаем поглубже. Ага. О, не-не-не. Слушай, а вдруг кто-то откопает? И что, все по новой? А может, письмом отправим на выдуманный адрес? Не знаю. Но вариант с речкой мне, кстати, нравится. Слушай, а если просто смыть в унитаз? Точно! Ну все, отплыли кольца. Прощайте, порталы. Я вспомнила, вспомнила. Что? Как зовут супергероинь? Черная вдова, чудо-женщина, еще это! Она еще Капитану Америке в фильме помогала! Как ее? Такая Ванда, точно! Остановись, я кое-что понял! Что? Мы с тобой молодцы! И избавились от порталов Соника! Тоже мне Капитан Очевидность! Погоди, язвить! Куда, по-твоему, попадают стоки? В канализацию, потом на очистку, а потом... Вот блин, водоем! Да, вот именно! А может нам повезет, и эти кольца навсегда останутся на дне? Ага. Ребята, а вы бы что сделали с кольцами? Напишите в комментариях. Вы были на канале Данила Шоу. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить самые классные видосики. Всем пока-пока!